55-летнему водителю, который избил двух сотрудников автоинспекции, одному из них сломал ногу, сегодня был вынесен приговор. В Нижнем Новгороде проводилась операция «Анаконда», полицейские на дорогах выборочно проверяли документы, и они остановили автомобиль, за рулем которого был Алексей Баринов. Он отказался предъявлять документы, стал пререкаться с автоинспектором, и полицейские выволокли его из машины. Но он стал оказывать сопротивление и нанес травмы обоим полицейским. В конце концов, его все-таки скрутили, но все его действия были сняты на видеорегистраторы полицейских. Он, правда, называет это монтажом нейросети и вину признавать отказывается. На какое решение суда вы рассчитываете? Несправедливое. Скажите, вы сожалеете о случившемся? А как я могу сожалеть? Произошло нападение на меня. Извините, мне очень тяжело отвечать на вопрос, потому что слишком много времени нет. Состояние еще не очень хорошее. Оглашается приговор именем Российской Федерации. Признать Баринова Алексея Эдуардовича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Алексей, вы согласны с решением суда? Мне надо позицию. Давайте дальше дочитаем приговор. После вступления приговора в законную силу меру прещения отменить. Срок отбывания Баринова наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. За честь Баринову срок отбытия наказания в виде лишения свободы, время его задержания в порядке статьи 91-92 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, время содержания под стражей по настоящему уголовному делу, а также время содержания под стражей со дня постановления настоящего приговора до вступления в законную силу. Не оказывал сопротивления. Сколько можно говорить? Как вы? Ну что? Почему вы все даете мне? Я не оказывал сопротивления. Меня били, мне повредили ногу, мне повредили голову. Я фактически стал сейчас, я не знаю, инвалидом, наверное. И после этого еще что-то хотите от меня? Нет доказательств, недоказуемо. Что сфабриковано? Ну как сфабриковано? Есть видео, как вы сопротивляетесь. Но почему тогда не сделали техническую экспертизу это видео, не то, которое меня знакомили, показали одно видео? Почему? Много вопросов. Почему отказывают мне вызвать свидетелей? Почему мне не дают обращаться в больницу? Почему я должен все это? Я просил у суда заменить меру пресечения, чтобы хотя бы полечиться нормально. У меня было направление на лечь в больницу с ногой. Мне не дали, меня игнорируют. Свидетелями мне не дали вызвать. Вы не признали свою вину? Нет, я не признаю. Кстати, кроме 2,5 лет заключения, Алексей Баринов обязан также компенсировать нанесенный ущерб. Ему присудили выплату 200 000 рублей в пользу полицейских.